Никитос, ау, а как насчет пивка? Да можно, но разве Стася не против? Да нет, а вот же показывает, хоть два возьмите. Тут по горло, говорит, тебе залейте, чтоб выливалось. Друзей позовите, чтоб штабелями тут все лежали. А, и штопор у нее есть, откроет всем. А че она молчит-то? Да, ленится. Слушай, Никит, может быть, ставку сделаем? Великолукский Локомотив против Барселоны. Барса их стопудово раскатает. Ставка железобетонная. Люк, по-моему, Стася не очень, да. Ты что-то хочешь нам сказать? Не нужно делать ставку на Барселону, потому что нужно поставить на Великолукский Локомотив. Конечно, спасибо! Да, они и так наколошмачат, согласен. Железная ставка, точно! А это что значит? Это значит, не нужен ей подарок на 8 марта, мы эти деньги поставим! Господи, она плачет от счастья! Никогда не видел ее такой счастливой. Какая искренность. Стась, что случилось? А что голос-то? Можно спи***нуть. Что-то Ирина ставочка-то не сыграла. Да и пой. Мы проиграли не деньги, мы проиграли подарок. Что с тобой? Температура, сопли есть, глаза красные. Рот, рот, горло покажи! Лимфа. О, лимфа. Ой, горячая. Я знаю, что делать. Так. Так, это позже, это от печенки, это от печени. Открой рот! Рот открой! Так, все, так, да, закрыла. Не глотай, соси! За маму, за папу. За дядю, который продает возле метро сим-карты. Открыла рот и ешь. У кого еще такие подруги есть, которые думают о тебе все время? В кожуре витамина С в два раза больше, поэтому... Так, давай. Открыла. Чтобы, значит, у нас диарея не застала нас врасплох. Мы это закушаем. Микстурка хорошая пришла, пи***ц. Стася, это аллергия. Я знаю, что делать. Жуй, глотай. Что там у вас случилось? У нас двое. Дорогая, отвлекись, пожалуйста, у нас гости. Твои запросы превышают то, что ты мне можешь дать как личность. Ты подавляешь мою внутреннюю богиню! Она что, подписалась на женский марафон личностного роста? Ну, это ты не любишь! Я отказываюсь впитывать твой негатив. Боже, мамочки, она опять их выпустила! Что это за звук? Я не прячу своих тараканов, я очень сильный. Я знаю, что делать. Москва ток-шоу, пусть говорят. Нарушаешь мои границы, но кто физически здоров, всегда ориентируется на свои чувства и выбирает себя. Кажется, у нас не осталось выбора. Чувство вины. Стася, это тебя. Алло! Алло! Да, мам, привет. Ты что к нам не заходишь? Все хорошо. Корова! Мраморная говядина! Овца! Лошадь! Овца! Прошу. Заначка! Бугульма! Тупая! А, я понял, это труп! Упал! Подождите, мне кажется, это настоящий труп! Померим пульс! Да, это труп! Уходит среди нас убийца! Кто же это мог быть? Ну, хоть бы не я! Нас всех убьют просто в ТСТМ! Как можно? Сюда кровь! Где? Вот здесь! Правда! Софа мертва! Да кто же это мог быть? Никита, здесь происходит какая-то чертовщина! У тебя есть какие-то мысли, кто это мог быть? У меня нет каких-то мыслей! Ну говори, не молчи! Кто это мог быть? Да! Ну! Марина, кто-то убил Никиту! Погоди! Ну что получается, остались только мы вдвоем? Так это получается убийца... Я? Здравствуйте! А вы верите? В Бога? В блогеров. Чего? Мы свидетели. Иеговы. Ивлеевы. Да что ж такое-то? Можно зайти? В дом? В профиль. Заходи уже. Сестра, дай мне сюда свой профиль. Ты можешь много зарабатывать и ничего не делать. Чего? Ты можешь быть вайнером. Так я шутить не умею. Ты рождена быть вайнером. Да. Ну-ка давай за пятерку мне подмывку лизни. Кто это такой? Это мой парень пранкер. Ты должна отречься от него. Не могу, он мне пятеру должен. Чи-чи-ни-чи, ну-ка стань ровненько, я тебе спыром ебасоську. Бум, разрулю, ну-ка удар поставлю на тебя, давай-ка. Пацанчик из Деливери, за сколько хуйнешь вот этого из Яндекса, алло? Ты что, лайкала сегодня Бузову? Ну да. Нет, ну это вообще уже пиздец какой-то, а? Бузову она лайкала. Тебе и тебе пальцами потом еще родители лайкать! Ну-ка, не косарик. Капец, я худая!
Я тебе изменил. В смысле? С бывшей. Расслабься, с бывшей ты не изменил. Че смотришь? Замуж за Бузову. Что за фигня? Давай на ТВ, там сейчас будет сериал про ментов. Хочу страсти. Урод, ты меня слышишь? Зай, а ты видела новую публикацию Крида? Я на него не подписана. Илья! Там столько тюбиков, я половину выкину. Зай, а какой тебе телефон подарить на день рождения? Моторолу хочу. Илья, я на рыбалку. Дерни за палец. Да ладно. Знаете, на самом деле быть невысоким — это очень удобно. Илья, поехали к маме, я готова. Илья, короче, я поехала одна. Вот, и, короче, такая ситуация произошла. Ребят, я детское кресло никуда выбирать не буду. Ну что, не знаешь, я вообще сам офигел. Че, может, сынку подрежем? Да не надо, она с ребенком. Ну я же говорил. А какой у тебя рост? Напиши внизу в комментариях. Че, поехали? Подожди. Теперь можем? Теперь поехали. Ты чего орешь? Вы еще даже не тронулись. Будьте добры, ваши документы. Зай, подожди. Я знаю, как с ними разговаривать. Все, товарищ лейтенант, я понял. Тебя пропускают, проезжай. А теперь поблагодари водителя аварийкой. Стоп. Что такое? Да ничего. Надеюсь, он понял. Все, теперь тебя будет учить водить тот, кто научил меня. Врубай первым. Что ты идиозы? Давай, выворачивай. Твоя машина будет, будешь ее ушатывать. Давай, обгоняй его уже, маменькин сынок. Куда ты, не видишь, там встречка. А вот это сердце автомобиля. Я тебе расскажу о нем абсолютно все. Вот сюда лить омывайку. Знаете, самое страшное, это когда твой парень совершенно не понимает, что такое ролевые игры. Скорую вызывали? Да, доктор, я вся горю. А, так нет, горит не к нам, это пожарным. Ты куда? Звони 01. Сантехника вызывали? Ну да, у меня кое-где протечь. Да, хозяйка, слушай, нормально все. Я сейчас прокладку поменяю, и труб больше не текут. Подай мне ключ на 17. Вы что, грабитель? Да, закрой глаза, и никто не попадает. Никита, это вообще! Куда вы гуляете? Старший оперуполномоченный Накелов. Накелов? И что вы будете со мной делать? Молчать! Тут вопросы задаю я! Где ты вчера была в 11 часов вечера? Дома спала. Ну, конечно, дома спала. На зоне таких, как ты, очень любят. Массажиста вызывали? А вы можете сделать свой особенный массаж? О, да. Рельсы, шпалы. Ехал поезд, запоздалый. И вот так каждый раз. Слушай, я придумал. В следующий раз я хочу быть ландшафтным дизайнером. Чего? Это будет супер! Я пошел за костюмом. О, мудрейший, я пришел просить у тебя совета. Не нахуй, пидор! Слушаю тебя. Что за мир? Я люблю одну женщину и хотел бы жениться на ней. Но оказалось, что она не девственна. Старшие говорят, что жена обязательно должна быть чиста. Но я так и не понял, почему. Прошу, истолкуй мне. Это очень просто. Какую же ты выберешь? Минутный вопрос! Я выберу ту, что уже открыта. Понял! Но почему же? Сдай жемелядьку! Потому что я не знаю, что именно завернуто в эту обертку, мудрейший. А здесь я вижу, что это и вправду конфета, которая мне нравится. Да иди ты в жопу. Такую притчу испортил.